существует несколько групп влияния, что Ахметов является наиболее влиятельным, но, очевидно, сохранила свое влияние группа Януковича, да, Юры Янакиевская группа. Сохранили влияние какие-то точечные бизнесмены, которые... Ну, в Донецке, вот я запомнил, что в Донецке, какое главное правило? Там очень четкое распределение сфер влияния. Ты продаешь апельсины, я выдаю кредиты. И даже империя Рената Ахметова, она уважает эти правила. И существуют группы влияния, которые занимаются своим делом, они могут полностью идти в фарватере крупнейшие, но все равно они имеют влияние, они могут выступать и давать свои рекомендации. Но, наверное, больше этого я не расскажу, я действительно не эксперт в этой сфере. Но партия регионов, на самом деле, она же, как вы считаете, она по-прежнему популярна там или уже нет? Конечно. Конечно, партия регионов является самым популярным политическим образованием в Донецкой области. Другое дело, что партия регионов в скором времени у нас может оказаться разделенной на три части. Это партия регионов Сергея Тигибко, назовем «Сильная Украина». Да? Сразу же задаю вопрос. Тигибко может быть воспринят на Донбассе как кандидат в президенты? Нет. Так, выносим за скобки. Партия регионов Добкина. Опять же, если этот же вопрос. Да, может Добкин, конечно, быть воспринят? Конечно. И партия регионов Ефремова, Луганская группа. Тоже. То есть мой прогноз, что Донецк разделит свои предпочтения между группой Ефремова, между группой Добкина и коммунистами, естественно. Да ладно, группой Добкина. Ну что же он, какой же он Донецк? Нет, мы должны понимать, что партия регионов – это уже давно не донецкое образование. То есть в ней существует луганская группа Ефремов, достаточно сильное харьковское образование, Добкин и Кернес, как люди, которые хорошие организаторы, менеджеры. Они не политики, они менеджеры. Они отвечают за организацию антимайданов, титушек и так далее. Но это хорошее менеджерское качество, надо иметь. И есть партия регионов, которая выросла, классическая партия регионов, выросшая из бизнеса, сплава бизнеса, власти и мафии, собственно, в Донецкой области, и которой, мы должны понять, руководили все-таки политики официально. То есть Рыбак и даже Янукович – это все-таки политики. Это даже не менеджеры. Эти люди не управляли своими большими бизнесами. Эти люди не являются красивыми демагогами, как Тигибко тот же самый. Они политики в том значении, что они устраивают все группы влияния и вот пытаются все интересы как-то учесть. Вот Чечи там из той же сферы. Ну, ни бизнеса, ни каких-то реформ. То есть политика, мы его называем в украинском значении этого слова, с натяжкой. То есть человек, который говорит и согласовывает, договаривается. Не человек, который проводит реформы. Еще хорошо руку поднимает у него. Да, замечательно. Да, да. Поэтому вот эти три группы влияния в партии регионов на сегодняшний день сохранились. И от них еще откалывается группа Тигибко. Но не откалывается, а она раньше присоединилась. Это такие молодые технократы, там Одесса, мы понимаем, да, центр Украины, Николаев снова же. И вот сегодня они опять уходят в сфере влияния Тигибко, но это та же самая партия регионов. То есть и для избирателей, например, в Николаевской области, которые голосовали скопом за партию регионов, сегодня будет вопрос, за кого голосовать, потому что им нравится и Тигибко, все еще они не знают того, что знаем мы, до них это не доходит. Им, очевидно, нравится и Добкин, который будет представлять официально партию регионов, и неизвестно, что с луганской группой, отколятся они, либо поддержат Добкина. То есть мы все ждем съезда партии регионов и хотим понимать, что будет. А вы думаете, кого выдвинет партия регионов? Ну, на сегодняшний Добкина день, я думаю, Ефрем. Добкин, конечно, Добкин будет лидером партии регионов, его выдвинут кандидатом. Просто велика возможность, что сформируется на основании какой-то другой партии группировка, которая тоже пойдет на выборы, выдвинет своего кандидата. То есть мы же видим, что у нас Бойко выдвигается, Кузьмин выдвигается, ну почему бы не выдвинуться, ну, тому же Ефремову? Ну что, он Кузьмин выдвигается, понятно. Да. Понятно. Да. Но Ефремов является региональным лидером, и он может претендовать на свои 5-6%, почему нет, при грамотно построенной избирательной кампании.